В год кино в районах Ульяновской области откроются еще 6 современных кинозалов. Сертификаты на общую сумму 30 миллионов рублей получили победители конкурса на выделение субсидий организациям, осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах России с количеством жителей до 100 тысяч человек. Решением Федерального фонда кино победителями конкурса стали районные ДК Корсунского и Кузоватовского районов, Центр культуры и досуга «Радуга» Новомалыклинского района, культурно-досуговый комплекс Новоспасского городского поселения, культурно-досуговый центр «Браво» Новоульяновска, муниципальный культурный комплекс администрации Сенгелеевского района. Средства пойдут на закупку цифрового и звукового оборудования, киноэкранов, системы для 3D-показа, кресел, программно-аппаратных средств для районных домов культуры. Благодаря этому жители этих населенных пунктов получат возможность смотреть кино на большом экране. Сфера кинематографии Ульяновской области получает государственную поддержку. Барыш – современное оборудование в Межпоселенческом районном центре культуры и досуга. Ишеевка – в центре культуры и досуга. Инза – в Индинском ДК «Заря». Чердаклы – открытие цифрового кинозала состоится 27 августа. Репертуар созданных кинозалов на 50% состоит из фильмов российского производства. Это было обязательным условием конкурса. Посещаемость новых цифровых сельских кинозалов в Ишеевке, Барыше и Инзе составляет в среднем 30 человек в день. Цена билетов от 100 до 150 рублей. Региональный кинокластер вошел в топ-10 регионов из 81 субъекта по развитию кинематографии и продвижению кинопроката в России. Семь лет в эфире. Команда профессионалов. Реальная информация и новая реальность. Живи и смотри. Ты достоин настоящего. Готовься к будущему.